Всем привет, меня зовут Макс Риск. Инвестиция с 13-14 лет, 15, там, 16, ну, если вы не совершеннолетний. Вот, ты можешь также заработать, сколько можно заработать, пассивный заработок в инвестициях. Вот, значит, мне 15 лет, и у меня на бирже накопилось порядка 100 тысяч рублей. Да, я вложил, со стримов накопил 10 тысяч рублей, и вот уже 90 тысяч рублей поднял за все время. Когда я начинал YouTube канал с 2000, стримы с 2017 года, получается 4 года, это очень малая сумма, но сделали я это, так что могу ролик записать про биржу. Вот, дальше. Я иду к своей цели, 1 000 000 рублей. Вот что я хочу, поэтому я и хочу изменить тактику, это как-то 90 тысяч рублей за 4 года, это мало. Если вы зарабатываете больше, то я тоже хочу заработать больше, поэтому я запишу ролик, как заработать больше. Теперь будем новые методы использовать. Второе, бывают инвестиции на хайпе. Проекты, которые хайпят. Не ведитесь на эти проекты, я уже велся, некоторых даже заработал, но их уже стало меньше, потому что из-за коронавируса. Так, заметил, так что уже все. Не, ну хотите пробовать, я уже не хочу лезть. Я заработал тоже с них где-то порядка 1000 рублей. И все, до 1000, до 1000 только. Минимум где-то, помню, дайте подумать, 600 рублей, по-моему. Вот. Возможно, подожди, да, это уловка на удочку, не ведитесь на таких хайпов, где можно быстро деньги заработать. Это бывал у меня такой случай, да, мне обманули очень много, на 50 рублей, на 100 рублей, ну, за 1000 еще не доходило, поэтому как-то так, я аккуратно так делал, поэтому, друзья, тоже аккуратно делайте. Вот. И они ищут молодую аудиторию, которая будет им верить. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы вы мне верили. А то есть такие, которые обманывают аудитории, которые хотят быстро заработать без вложений. С вложений я без вложений зарабатывал. Получил 10 тысяч, ну еще со стримов, видео стрим, таким тоже так делать, стабильным. Бывает там низкий пад, высший пад, разные акции, там биржи, такого, дайте дочитаю сейчас. Ничего обычного, фонда инвестиций, окупается при покупке, при продаже в доле компании, в таком бирже акции, чтобы вы поверили в монополию и получили пассивный доход. Да, это монополия получается. Ну, пирамида такая вот. Это их не монополия, это ваша пирамида. Не попадитесь в пирамиду, пожалуйста, то будет очень плохо. Вот, поэтому ролик я снимаю, заходите на YouTube канал, подписывайтесь. Как открыть брокерский счет в 12 и до 18. Если вам 13-14 тоже, и сможете ли вы, что это такое, сможете ли вы заработать вроде бы. Конечно, можно оформить брокерский счет, например, на бабушку, ведь родители не разрешают, но попробуйте тоже, может быть, кто-то разрешит. Научитесь сначала, потом уже оформляйте. Да, научу тоже. Не на вас, ведь вы еще не совершеннолетний, вам не исполнилось 18. Но мечта есть мечта. Я рекомендую, конечно же, в Тинькофф, там много акций, биржа, это похоже на то, купить, продать биржу, это вот. Акция биржи одно и то же вроде бы. Там Тинькофф рекомендую зарегистрироваться, карточку сначала нужно подтвердить, то есть РФ, то будет.
и нужно оформить, что у вас была карточка рядом, и будут ваши деньги заработаны на акциях. Да, классно, говоря, жить, да. На акциях, капец. Но только нужно не так быстро зарабатывать, нужно помедленнее. Брокерские счеты на сегодняшний день, она топ-1. Пока, может быть, будет биткоин вырасти, кто его знает. Но, к сожалению, чтобы оформить брокерский счет, на вас до 18 лет не получится. На главное убедить человека, чтобы он вам открыл карту брокерского счета. Карта чья карта, потом вы оформляете брокерский счет первый свой. И вот, например, на Google, какой там еще есть, на Яндекс, на Facebook можно оформить, он стабильный. Рекомендую на Facebook, если прям первый раз попробуйте, Google попробуйте, эти нестабильные. И так через буквально 10 лет вы в плюсе. А вот депозит, ну, наверное, кто и лучше, я не знаю. Вроде бы лучше не депозит. Ну, если вы знаете, Facebook сейчас обновляется хорошо. На сейчас Facebook, по-моему, вырос, я так не смотрел. Поэтому сейчас Facebook покупайте, покупайте, пробуйте. Вот. До 18 лет не... Слушайте, не подсчитывают главное убытки человека, чтобы он не вам вот вам открыл карту. Так, последние все точки над и. Первое, инвестируйте можно с любой суммой. Да, это правда, можно инвестировать любую сумму, можно оформить на карточку, и до 18 лет можно. Можно прямо вот все, все можно, если есть свободное время. Вот еще. Это лучше, чем зарабатывать на кликах по рекламе, всякое такое. Так, мы снимаем там, посмотрим. Ага. Окей, так, все точки над и. Рекомендую ли я вам инвестировать в акции? Конечно, да, ведь это круто. Пробовать можно. Куда рекомендую я вам инвестировать? Пока мне все рекомендую Google. Второй можете Facebook, третий Microsoft. Вот это самое топовое. Яндекс тоже, кстати, топовый, четвертый. Кстати, Яндекс прям растет. Яндекс, еда, Яндекс, теперь Яндекс, Кью, там дальше. Вот через буквально пару лет Яндекс вырастет больше, чем на депозитах. Через 20 лет. Если вам сейчас 10, ложитесь, вам будет уже 30, и вы сможете заработать, купить квартиру огромную, машину огромную, дорогущую, ведь если не акция растет, но и нужен сразу, ну, маленькую сумму. Да, тут одна проблема. Тебя придется продавать, покупать, чтобы как-то подзарабатывать. Ну или хотя бы ваш банк. Просто вложите, вложите, вложите. Например, вам 10 лет. Вложите, вложите. В течение там хотя бы 2 года. Вам уже 12 лет. Получается. Вам уже 12 лет, вы уже вложиваете. С 13 можно еще вложить, только где вы добудете деньги. Ну, можно еще вложить на Facebook, там. Ну, это стабильно, кстати, рекомендую. Другие биржи обмены именно. Инвестировать в другую обмен, как именно. Доход, открытие брокерского счета, акцию, вот другую в акцию инвестировать. Facebook это стабильно. Если хотите быстро заработать, то вам нужны другие акции. Именно такие новые акции, которые сейчас только просто фунт-фунт-фунт. Посмотрите, как биткоин рос раньше. Вы же видели, как биткоин рос. Продать его бы и все, вы стали бы миллионером. Да, поэтому новые открываются, покупайте их. Если остались хотя бы какая-то сумма маленькая, то давайте. А если большая сумма, то рекомендую на Facebook, да, вроде бы растет. Яндекс растет, то Яндекс рекомендую. Даже желательно из США, потому что там доллары побольше платят, чем Яндекс. Да, но Яндекс растет. Поэтому рекомендую. Ну что ж, наверное, будем заканчивать.
Да, уже 10 ровно минут. Всем за просмотр, сам был Макс Риск. Вот так вот это все выглядит. Всем удачи, пока. Но в ролике слева, справа, слева, внизу, справа, внизу. Лайк, подписка, колокольчик, коммент, репост. Всем удачи и пока.